Многие согласятся с выражением, что лето – это маленькая жизнь. Расцветает не только природа, но и душа. В городской среде поднятию настроения способствуют всевозможные клумбы, которые раскинулись на просторах Ленинского городского округа. Что о них думают видновчане? Мне нравится город. Мы живем уже 4 года. Красота необыкновенная. Необыкновенная. И когда я по весне шла по нашему городу, город весь в тюльпанах. И почему-то у меня было мнение, почему город Видный называется Видным, почему его не назвали городом тюльпан. Вообще в последнее время гуляю много и наслаждаюсь. Нет, ну вот реально просто делается, видно, что что-то делается, все время что-то улучшается. Я дочь, я отправляю в Кот, она далеко живет, она очень хочет приехать и посмотреть Видное. Оно преобразилось, очень много зелени, я имею в виду цветов, да, красота. Я вообще Видное очень люблю, особенно старую его часть. Вот, я считаю, что он прекрасно благоустроен, вот, очень красивый город. А настроению летнему способствует все это? Конечно. Ну а как же? Город очень красивый. Я здесь родилась и знаю, какой он был раньше, какой он стал сейчас. Замечаете ли вы, как в летний период город расцветает, клумбы, цветы? Заметно ли для вас это все и нравится ли вам это? Заметно, конечно. И мне это очень нравится. Очень. Способствует поднятию настроения? Еще как. Это очень здорово, и вообще, когда город зеленый и красивый, это хорошо. Прекрасно, все замечаю. Большое спасибо администрации города. Действительно, очень много цветов высажено у администрации, там очень красиво и очень пахнет хорошо. Зелень и цветы всегда поднимают настроение. Красотища, цветы, главное, разные. То тюльпанчики цветут, то какие-нибудь анютины глазки. Конечно, нравится. Кому же это не понравится? А летнее настроение поднимает? Летнее настроение поднимает... Хорошо бы еще, чтобы в черте города, где-то или около города, была зона, где можно было купаться. Я уже как бы престарелая, далеко не хожу. А вот в округе у себя, замечаю, очень мне нравится, все чисто, красиво. Детские площадки, спортивные площадки, мне это очень нравится. И цветов много. И цветов много. И видно, что администрация заботится о населении. Летом это заметно, потому что на площадках, как все облагородили, так сказать. Да, Никит? Да. Ты куда ходишь? Вот он кататься вот ходит на самокатах, на скейтах. Все полезно для детей. Есть летнее настроение? Да. Даже в городе? Да. Ну да, погода хорошая, поэтому все замечательно. Сохранность всего этого великолепия в наших же руках. Бережное отношение к природе и к труду людей, которые работали над созданием яркого облика города. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.